Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Доктор Скачко YouTube. А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более 1000 опубликованных видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил в первом видео 2018 года на этом канале рассказать о тех изменениях, которые на нем произойдут. Как и раньше, я буду для этого канала писать видео не только, что стоит делать, чтобы жить лучше и дольше, но и почему стоит совершать те или иные движения и каким последствиям могут привести ваши действия в отношении самого ценного дара, который у вас есть. Это ваше здоровье. Некоторые подписчики моего канала хотят видеть видео более лаконичными. И я вас понимаю. И на этом канале будут периодически появляться видео с моего канала «Школа доктора Скачко» в Instagram. По условиям Instagram там публиковать видео длиннее, чем 1 минута, я не могу. Поэтому в этих видео вы услышите то, что вы хотите услышать. А именно конкретную информацию по конкретной проблеме. А если вам нужна детализация, ищите похожие видео на моих каналах «Доктора Скачко» либо «Школа доктора Скачко» в YouTube. И возможно, вы эту информацию найдете. Также на этом моем канале могут появляться ссылки на карты Google. Я с недавних пор эксперт Google. И некоторые отзывы о тех местах, которые я посетил, вы тоже можете найти на этих картах. А сейчас, как говорится, без перерыва на рекламу, будет мое видео из Instagram, в котором я рассказываю, когда нужно пить воду. В водной среде происходят все процессы обмена веществ. Если воды начинает по каким-то причинам не хватать, может увеличиться вязкость крови, нагрузка на сердечно-сосудистую систему, и понимаете, чем это может закончиться. Поэтому смотрите это видео с Instagram. Далее эти видео будут появляться уже без преамбулы, то есть в чистом виде, как они присутствуют на Instagram, возможно, с небольшой обработкой. Знать, когда пить воду, важно не просто для вашего здоровья, но и для вашей жизни. И основных вариантов три, как в сказке. Можно пить воду после выполненной нагрузки, но важно вовремя остановиться. Можно пить воду во время выполняемой работы, но это не лучший вариант. А лучше пить воду перед предполагаемой нагрузкой, в зависимости от которой вы создаете резервы воды, выполняете работу с удовольствием и безопасно для вашей жизни. А станете вы правильно пить воду перед едой, улучшая пищеварение, либо обеспечите водой очищение организма, либо создадите резервы воды перед походом в баню, сауну, занятиями спортом, фитнесом, это уже ваш выбор. Но в любом случае, если у вас появилась сухость во рту либо жажда, что-то вы делаете неправильно. Возможно, не знаете количество, а возможно, качество воды. В каждом случае нужна вода разного качества, но об этом в других публикациях на моем Instagram. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой Instagram. До новых встреч на моих каналах YouTube Доктор Скачко, Школа Доктора Скачко, а также в Школа Доктора Скачко в Instagram.